Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Странные звуки в небе не перестают тревожить жителей всей Земли. Небесные землетрясения, skyquakes, или как еще их можно назвать, атмосферотрясения, это загадочные звуки, описываемые как грохочущий вдалеке взрывной бум, о наблюдениях которого сообщает по всему миру. Теперь даже геологи пытаются выяснить, что это такое. Что скрывается за этими странными явлениями. В Индии эти звуки называются барсиальными пушками. В Японии название уминари. В Нидерландах и Бельгии их называют мистпоферс. В Италии лагони, поскольку они предположительно связаны с озерами. А на Филиппинах их называют ритумба. О них также сообщают в Иране, Австралии, Ирландии, Шотландии, Германии. И во многих местах на восточном побережье США, куда они, кажется, часто прибывают со стороны моря. В Северной Каролине, где некоторые из них были описаны как достаточно мощные, чтобы здания завибрировали, они известны как Lake Guns. Атмосферотрясения были объяснены конспирологами как звуки, производимые далекими штормами или землетрясениями, взрывами карьеров или даже секретными военными учениями. Однако удовлетворительные теории, объясняющие все зарегистрированные шумы, не существуют. И вот теперь группа сейсмологов из Университета Северной Каролины опубликовала несколько предварительных наблюдений, которые могут сузить возможные теории. Ученые использовали мобильную сеть из 400 атмосферных датчиков и сейсмографов для измерения любой сейсмической активности в Северной Каролине. Период с 2013 по 2015 год. И сравнили записанные данные с местными новостными статьями, в которых когда-либо упоминались эти таинственные звуки. Мы хотели проследить взаимосвязь между атмосферными явлениями и всеми известными случаями упоминания о так называемых трубных звуках и найти между ними взаимосвязь, пишут исследователи. Два датчика зарегистрировали несколько необычных сигналов, длительность которых варьировалась примерно от 1 секунды до почти 10 секунд. Возле мыса Страха в Каролина-Бич, Северная Каролина. Хотя грохот в небе могли быть вызваны сотрясением земли, ученые не нашли никаких записей о землетрясениях, которые совпадали бы с небесными звуками. Это, в свою очередь, исключает сейсмические события как причину этих ударов. В целом, мы считаем, что это какое-то атмосферное явление. Мы не думаем, что оно вызвано сейсмической активностью. Мы предполагаем, что оно распространяется из атмосферы и сквозь атмосферу, что позволяет использовать термин атмосферотрясение. Однако это явление следует отличать от других эпизодов, когда люди слышат громовой металлический скрежет и необъяснимые трубные звуки, пишут геологи в выводах своего исследования. Трубный гул над Восточной Европой и Аргентиной. 3 апреля 2020 года из города Братиславы, столицы Словакии, поступили очень странные новости. Обычно вокруг этого трубного гула всегда возникает много вопросов. Видео – это отдельные инциденты, которые в данном случае слышал весь город. И не только город, и не только в Словакии. Даже теоретики заговора не знают точно,
что вызывает эти звуки. Не говоря уже о чиновниках, которые не желают говорить слишком много. Тем не менее, есть две эквивалентные версии этого появления. Если мы не говорим о трубах апокалипсиса. Первое, звуки трубы связаны с некоторыми тектоническими процессами. Второе, звуки трубы издаются гигантскими инопланетными кораблями. Мы не знаем механизм сейсмического напряжения, но мы можем предположить, что африканская плита переместилась и начала оказывать большое давление на гипотетическую Великую Адрию, древнюю плиту литосферы, которая плавает в мантии под Европой. И если гипотеза о Великой Адрии верна, то эта плита простирается вплоть до Норвегии и отвечает за зону Франча, также за другие загадочные сейсмические центры континента. Теперь у основания Великой Адрии начались землетрясения, а сама плита где-то в глубине издает эти ужасные звуки. Европа ждет извержения европейских вулканов. Исходя из их наблюдаемого трубного гула и инцидентов в литосфере, следует ожидать заключений во второй половине апреля. Странный шум стоит над Иркутском. Гул. То ли от плотины, то ли от ТЭЦ. Вы также можете думать, что трубные звуки издаются инопланетными кораблями. Это, конечно, более успокаивающая версия, чем мегаземлетрясение. Тем не менее, с чего бы нам ожидать хороших новостей от марсиан? Несколько аргентинских городов сообщают о странных звуках с неба. Последние недели несколько пользователей и местных СМИ в Аргентине сообщили о звуках труб, звучащих ночью. Некоторые с официальными объяснениями, а некоторые нет. Например, соседи Буэнос-Айрского населенного пункта Алавария заявили, что слышали о страшном гудении, а всего неделю назад о чем-то похожем сообщалось в столице провинции Ла-Плата. Наконец, в провинции Сан-Хуан на западе страны пользователи обсуждали в интернете, и что они слышали, и пытались найти этому объяснение. Во всех случаях гудение происходило в середине ночи или рано утром и продолжалось в течение нескольких минут, по крайней мере около 15 минут, согласно сообщениям. Описание гула. Среди описаний этих событий некоторые сравнивали звуки с трубным гулом, другие с самолетным двигателем. Некоторые боялись, что это была бомбардировка. Следует также отметить, что по словам людей, собаки лаяли и были очень взволнованы. В случае города Ла-Плата это было единственное место, где власти дали официальное объяснение, ссылаясь на тот факт, что это было внутреннее отключение электроэнергии на промышленном комплексе UPF Ла-Плата. Сложившаяся ситуация вызвала увеличение шума. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего настроения. До встречи в новых видео.